Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Сегодня прилетела заявка, вот сначала один дом, потом второй, третий. Ну, сейчас улица Герцена полностью прошли, там где-то не смогли заехать. Трубников полностью, вон пойдем. Еще Чкалова 36, 34. Ну, пока все. Там дальше видно будет. Погода. Снег насыпал, потом оттаял. Вот сосульки. Зимой также поедем делать. Обращали внимание, где-то сейчас уже сосульки, вы видите, на каких домах, в каких районах? Я говорю, что сейчас вот иду просто своими мыслями, заняты и не обращаю внимания. Ну вот просто, когда вот здесь вот увидела, уже, конечно, посмотрела. Они чем-то могут быть опасны сами? А, обязательно. Конечно. Я даже случай знаю, что 9-летнего мальчика вот так вот убила сосулькой. Не в нашем городе? В нашем. Около милиции. Полиции сейчас. Вот там. Какой совет можете дать людям, которые сейчас вот ходят по городским... Ну, быть внимательнее, осторожнее. Естественно, сейчас и гололед, и вот эти вот сосульки, естественно, обращать внимание.